Сегодня я вам открою отличную тайну. Чтобы сделать крутые фотографии, для этого необходимо сначала починить свой автомобиль. Короче, вот такой расклад. Вот нужно снять клейму минус. Мы клейму сняли минусовую. Нам нужно найти такое название ход, а вот здесь док есть, знаешь, так что скоро будет готов хот-дог. Нужно ослабить все вот эти места. Чтобы добраться до хот-дога, честно сказать, я пока даже не знаю, что нужно сделать. Примерно около 3-4 болтов ослабить и снять генератор, который заряжает аккумулятор. В данный момент он сдох. Так как фотографы очень богатые люди, мы ездим не только на хот-догах, но еще и стоим в месте, где все время кто-то писает с потолка. Причем уже вся машина такого вида. Наш сосед тоже, видимо, фотограф или видеооператор, я не знаю, ездит тоже, например, на такой же тачке, и на его машину кто-то все время писает. Блин, не повезло же, да? Или повезло? Чтобы все сделать качественно, нам необходимо одеть стильный плащ, чтобы классно выглядеть даже в машинном масле. И нужно заиметь кучу головок. Они у меня есть. Так что, генератор снять очень легко, но починили мы другим способом, полной его заменой, потому что после разборки его